Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Девочки, сейчас ездила на почту, забрала свой заказ с любимого василька. У меня что-то в последнее время вообще такое настроение, хочется почему-то много чего поменять в доме, как всегда. Мне кажется, каждую зиму, каждую осень у меня точно есть такое настроение. Вот, и заказала кое-что, в общем, текстиль в основном для дома. Ну и плюс, как всегда, мальчишкам по футболочкам. Знаете, вот это вот, вроде вот надо и футболочку вот раз уж заказываю, надо и мужу футболочку надо, и тому и всему. В общем, как всегда, в итоге огромный мешок мне пришел, еле дотащила. Сейчас вам буду все показывать. И сразу скажу, что все ссылки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Так что обязательно переходите, смотрите. Ну, давайте покажу уже свой заказ. Итак, вот мой огроменный мешок. Просто огромный в этот раз. Катя моя вон там спит. Но ничего, придется ее сейчас потревожить немножечко. Сейчас, девочки, я буду все распаковывать и вам показывать, чтобы не шуршать пакетиками. Давайте я уже по традиции начну с моих мужчин. И я начну с племянника и моего старшего сына. Я заказала им две одинаковые футболки. Девочки, вот они будут немножко маломерить. Я заказала племяннику 54 размер. Но мне кажется, хорошо, хорошо будет. Смотрите, какая надпись. Черная футболка и вот такая надпись. Ну, это же вообще круто. Это у меня племяннику и это моему старшему сыночку. Вот две одинаковые футболки. Черные, все как они любят. Кстати, они такие очень плотные. То есть, ну, качество мне очень нравится. Вот такие вот футболочки, любимый Василек. Но я убеждена, что им очень-очень понравятся вот эти футболки. Два одинаковых у меня таких пацана будут. Также я им взяла нижнее белье. Это было две пары таких трусов. Вот, они, кстати, очень такие приятные, как немножечко трикотажные. Вот зимой, мне кажется, вообще отлично. Это в упаковке две пары. И еще вот в таких у меня мальчишки спят. Вот таких, как а-ля семейники, да. Вот, в общем, взяла такую одну пару. Это у меня, получается, племяшки и старшему моему сыночку. И моему младшему сыночку я взяла вот такой костюм для детского садика. То есть идет вот такая вот толстовочка. Она тоненькая, девочки. Тоненькая, хлопковая. Вот такая у нее 52. Нью-Йорк, военная, с длинным рукавом. Ходить в садик вообще идеально будет. Я брала вот такой 8 лет, рост 128. Вот как раз будет идеально сейчас моему сыночку. И идут вот такие вот тоже тонкие хлопковые штанишки, такие спортивные, но они тонкие. Как раз вот в садике сейчас ходить, ну вот когда будет включено отопление, вообще будет супер вариант на самом деле. То есть вот такие синие брючки и вот такая вот классная кофточка. Очень даже хорошо для садика, прям вот... Надо было несколько мне костюмчиков взять, что-то я не подумала. Я боялась, что они будут, знаете, очень теплые, а в группе жарко. Вот, так что вот такой вот у меня красавчик будет младший тоже. Также своему мужу я взяла две футболки, такие базовые, без всяких вот надписей и так далее, которые он иногда у меня одевает под какой-то джемпер, под какую-то кофту, в общем, базовые обычные футболки. Взяла одну белую и одну черную, они маломерят на размер, это точно, я брала на размер больше, и вот ему будет как раз отлично, потому что вот я вижу, то есть обычная хлопковая, но хлопок такой достаточно плотный, то есть не вот такое... Вот такого качества получается, да. Вот такие вот две, ну, обычная стандартная черная, вот тоже подо что-то поддеть. У меня муж любит такую историю, поэтому ему взяла две футболочки. Я уже брала, кстати, вот Васильке мужу футболки. Она какая-то была у меня бордовая, вторая вроде бы голубая, что-то такое. Они не сели после стирки, вот эти швы не перекрутились, ничего не сели ни в длину, ни в ширину. В общем, отлично сидели. Единственное, что маломерит на размер. То есть, если берите на размер больше своим мужчинам. Вот, но хорошее качество, мне понравилось, мужу тоже понравились, обычные хлопковые стандартные футболки, без всяких надписей, в общем, супер. И себе я тоже взяла две, ну, такие стандартные базовые футболки, обе я взяла 44 размера, видите, одна и вторая, но у них разный крой, это, как вы видите, сделана приталенная футболка и более длинная, и она более такая тонкая, то есть она... Потоньше тоже такой, то есть такая прям тоненькая. А вторая вот с такой тоже надписью, но я решила не отставать от своих
от своих пацанов. Только с розовым добавлено. Она уже идет прямая, получается. Вот, тоже я примерю, покажу, как они на мне смотрятся. Тоже 44 размера, и она уже более плотная. Она по качеству такая же, как мужская. То есть это вот то же самое, что мужская, только, ну, как бы сделан вариант женской футболочки. Вот это вот, даже видно, она, видите, такая более... Такое ощущение, что здесь добавлена вискоза, хотя написано хлопок, но я бы сказала, что здесь даже больше вискозная такая ткань, очень такая, видите, мягкая. Здесь более плотная ткань, более плотная футболочка. Ну, я их тоже сейчас примерю, покажу. Но мне кажется, это такие тоже для меня базовые стандартные футболки. У меня просто после лета многие испортились, поэтому я... Вот, набрала себе тоже. Но для меня вот эти футболки, я, кстати, тоже под какой-то свитер могу одеть и что-то такое, чтобы было тепленько, удобненько, приятненько и так далее. Так, сейчас примерю, покажу вам, девочки. Вот первая футболка. Наклейку забыла. Снять. Видите, она в обтяжечку идет. То есть это 44 размер, идет в обтяжечку, и она немного просвечивает. Но это такой фасон, вы видели, да? И она идет достаточно такая длинненькая. Вот. Ну, такие футболки тоже имеют место быть в гардеробе. Вот почему бы и нет. С джинсовыми шортами, с джинсами. Ну, я люблю такие белые футболки. Они мне быстро выходят из строя. Вот. Но тоже почему бы и нет. Да? Так, и вот эта вторая футболочка, видите, она уже такая более прямая, как вы видите. Вот эта надпись очень прикольная, мне очень нравится. Вот, уже такая более посвободнее. Но для меня и обтягивающие футболки, и такие футболки тоже имеют место быть в гардеробе. И мне кажется, и те должны быть. Белая футболка. Тут такая с розовиночкой надпись. Очень. Она на самом деле вот эта розовая, прям ярко такая розовая. Ну, прикольно. И самое главное в моем заказе — это текстиль для дома. Котейка не хочет вставать, но ему сейчас придется. Придется тебе вставать, понимаешь? Придется тебе проснуться, мое солнышко, да. Вот, а значит, текстиль для дома — это я заказала плед, подушки, как вы видите, разные, и наволочки на подушке. А плед вот такой же у меня, только более темного цвета, более такой желтоватый, у меня у моих мальчиков. На кровати я застилаю, мне очень нравятся вот эти покрывала, ну, это, да, это покрывало, я говорю, плед, извиняюсь. Вот я взяла 2 на 2,60, я сейчас все застелю, все вот это вот, да, и вам, соответственно, покажу. Подушки я взяла, обычные, ну, синтетические наполнители, здесь у меня подушки 40 на 40, две штучки, и две подушки 50 на 70, вот такие вот. И, соответственно, наволочки. Вот такие трикотажные 50 на 70. И вот эти вот 45, они, правда, на 45, но ничего страшного. Две вот такого цвета. В общем, сейчас я, девочки, все это, так сказать, одену и вам покажу. Итак, девочки, вот такая вот красота у меня тут получается. Тут такой бардак. Главное красоту здесь навести, да? И вот эти подушки я, короче, ошиблась, девочки. Я их заказала почему-то 40 на 40, а чехлы 45 на 45. Я хотела на них одеть вот эти чехлы. Вот эти вот плюш-велюр. Значит, вот это покрывало называется плюш-велюр. И вот эти вот чехлы, посмотрите, какие они прикольные. Называется плюш-велюр. А вот эти наволочки трикотажные. Но вот эти сердечки мне ужасно нравятся. Вот эти вот. В общем, у меня остаются две лишних подушки, но я подумала, что их тоже можно. Я люблю, когда много подушек. Знаете, вообще обожаю. Вот. Я их часто стираю, меняю. В принципе, можно менять просто вот эти наволочки, да, купить много всяких разных. И у вас будет вот такая вот красота всякая разная. Вот. Так что вот эти, ну, мне всегда есть куда подушечки приспособить. Вот, единственное, что нужно будет какие-нибудь красивенькие чехлы на них купить. Но они прям, посмотрите, как хорошо набиты, прям вообще отлично. Это у меня что за подушки? Сейчас я вам сразу покажу. Это у меня вот такие вот подушки. Чехол полиэстер, наполнитель, волокно, силиконизированное. Вот. Но вот задумка у меня была вот такая. Вот так вот застилать кровать. Мне очень нравится.
Вот прям вообще безумно нравится, честно. И вот это вот покрывало, в отличие вот этого, которое у меня здесь валяется, девочки, я извиняюсь, но я показываю всегда все как есть. Вот это вот оно у меня валяется, оно такое более желтое. Его сейчас тоже все в стирку пойду понесу. Вот. А вот это более светлое, и оно мне очень нравится, безумно нравится. Оно мягкое, оно не скатывается. То есть, если вы посидите, полежите, здесь вот всякого-всякого так вот разное, ничего оно не скатается, не электризуется. Отлично стирается, быстро высыхает. То есть, оно вот реально очень быстро высыхает. И вот так вот получается. Мне так нравится, девочки, вы себе не представляете. Вот там вот сзади подушки этой постельного, ну, на которых спим, да, но я хочу их вот так ставить, потому что у меня все равно спит кот, там постоянно разрывает все, дети тоже их иногда вытаскивают, поэтому вот такой вариант мне очень даже нравится. Вот, где-то у меня были еще вот такие подушки большие, девочки, надо искать. Ну, вот сейчас, которые были, сюда засунула. Ну, вот, ну, мне кажется, прям очень симпатичненько. Мне так нравится. Вот с этим пледом сейчас у нас как раз такие серые дни, знаете, наступили. И вот с ним, вот он такой светленький, с ним как раз вообще, вообще класс. Мне прям безумно нравится. Вот, так что сейчас буду убирать бардак весь тут. Все то, что распаковала тут. Вот, котейка моя. Котейка моя, ловит здесь птичек, девочки. Да, ты птичек ловишь? Где ты их нашел? Где ты нашел птичек? Вот тут у нас такой скворечник есть. И там, в общем, у нас поселились птички. Еще тут дятел у нас летает. И моя прелесть, да, моя прелесть, очень нервничает. Потому что они нам тут на вот этот отлив садятся. И он очень нервничает. Так нервничает, скажи. Я не могу, сил нет. Даже маме сейчас не помогала ничего не снимать, не распаковывать. Ничего, скажи, не помогала. Ничего не помогала, пухляша моя. Да? Ничего. Вот. Так что вот так вот, девочки. Мне безумно нравится вот это все дело. У меня еще есть задумки. Я хочу сюда... Ну, тут тоже вот это все. Бардак вечный убрать. И сюда, ну, эти лампы поставить. Вот. Еще, конечно, задумка у нас обои надо нам переклеивать. Но это уже попозже. Вот. Но я уже все купила, да. То есть текстиль уже куплен. Осталось только... Да, вот сюда хочу такие... Ну, как это, ночные светильники, да. Вот сюда поставить. Красиво. Красота. Мне нравится. Вообще, я балдею. Так что вот такой вот у меня получился заказ. Не забывайте, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе, так что обязательно переходите, смотрите. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую, до новых встреч!